На неделе телеканал «Аль-Арабия» сообщил о похищении в Сирии немецкой журналистки группировкой «Фронт Ан-Нусра». Имя не раскрывается, известно лишь, что террористы потребовали от Берлина выкуп в 6 миллионов долларов. А когда узнали, что она ждет ребенка, выкуп удвоили. По данным разведки, заявляет представитель российской Минобороны, «Фронт Ан-Нусра» сейчас ведет переговоры с ИГИЛ об объединении против общего врага. Хотя раньше каждый из них собирался справляться в одиночку. Причем чуть более чем через месяц после начала российской воздушной операции, судя по сообщениям агентств, террористы потери несут и поэтому начали менять тактику. От ударов с воздуха на улицах города Ракка они защищаются живым щитом, поставив на крыше домов клетки с женщинами и детьми. Они, скорее всего, сами и разместили эти кадры в сети, чтобы продемонстрировать щит тем, кто хочет выбить их из Ракки. Российские военные в Сирии заявляют, что удары наносятся избирательно, только по подтвержденным целям. И сегодня это пути снабжения и инфраструктура террористов. За неделю российские самолеты совершили более 200 боевых вылетов. Военные отчитались о 237 уничтоженных объектах террористов. Среди них командный пункт крупного бандформирования в провинции Латакия, лагерь подготовки террористов и склад боеприпасов под Алеппо. Помимо этого, российская авиация разбомбила бронетехнику боевиков, оснащенную зенитными установками в провинции Хама. Российские военные вновь говорят о ведущейся западными СМИ информационной войне. Так называемое сирийско-американское медицинское общество 20 октября сообщило о том, что наша авиация якобы нанесла удар по больницам в городе Сармин и других городах. В Министерстве обороны России тщательно проверили эту информацию. Выяснилось, из перечисленных населенных пунктов больницы есть только в Сармине, но она продолжает работать. И вот доказательства. Это снимок и материалы, которые видео тиражировались отдельными западными средствами массовой информации о якобы применении российской авиации по госпиталям. И это снимок, который сделан с нашего самолета позавчера, 31 октября. Как вы видите, здание госпиталя Селёдкинка. Более того, обращаю ваше внимание, что все здания вокруг него также целы, и сама улица абсолютно идентична тем съемкам, которые велись в 2014 году, и в интернете имеются данные об этом.